Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я поотвечаю на вопросы. Посмотрим на рыбку, как она кушает. Разберем несколько вопросов, которые мне часто задаете. Вот. Я на них постараюсь ответить. Ну что, прежде чем мы начнем, заварить чашечку чая или кофе, усаживайтесь поудобнее, ну и поехали. Первый вопрос, точнее не вопрос, а утверждение, наверное, может вопрос. Да у тебя там рыбы нету, у тебя болото. Ну, из этого видео вы увидите, то что рыба у меня есть, и это, наверное, ровно половина той рыбы, которая в пруду. Потому что у меня есть амур, толстолобик, линь и карасей много. Караси, они, как вы знаете, пугливые, они не любят появляться на публике. Вот. Видно карпа кои, китайского карася, то есть комету. Так что рыба есть, она не может не есть. По поводу корма. У меня был JBL корм, его ели вообще потрясно. То есть, ну, на предыдущих видео можете посмотреть, там я достаю из мешочка, из JBL-овского. Вот, вот такой вот у меня корм был, они замечательно дрались за него, хотели его весь сожрать. Тут просто на Авито мне попалось объявление, где, ну, продают корм из-за того, что не за ненадобностью. Теперь я почему понимаю, что за ненадобностью. Это отечественные производители в таких прозрачных пакетах продают. Как-нибудь на него обзор сделаю. И он реально почти без запаха. Как будто из травы из какой-то сделано, там с добавлением чего-то. Ну, то есть, если JBL он пах рыбой, да, и хотелось его съесть. Вот, самому даже. А это вообще, ну, ни о чем. То есть он не пахнет, и рыба ест из-за того, что надо что-то есть. Вот, поэтому я докармливаю 4 килограмма, или там 5, сколько я купил, 2 мешка. Вот, один мешок они уже почти съели. Ну, я думаю, что доедят. И вот второй. И больше такой покупать не буду. Над кормом буду проводить эксперименты, чтобы найти ту грань, чтобы было и дешево, и они с удовольствием, с аппетитом ели. И росли, соответственно. Растут они точно, потому что по ним видно, растут, и малек растет, и большие растут. То есть и на том корме. Но этот корм плохо едят, мне неприятно, когда рыба так брезгует им. Она заглатывает корм и там, иногда выплевывает его. То есть это не дело. Так, меня просили тут заснять видос, как выглядит бункерная кормушка. Маятниковая кормушка. Вот. Она у меня вот в такой форме была, да? Была посередине, стояла. И крепилась, ну, вот сюда. Здесь суть в чем бункерной кормушки вот этой маятниковой. Вот маятник, как маятник работает, да? Рыба подплывает, вот так, ну, трогает ее, и здесь корм лежит. Вот, грубо говоря, вот так рыба подплывает, вот так трогает, и она ссыпается. Обычная 110-я труба, с боков просто саморезы вкручены. Так, сейчас включу это. Вот, внутри вкручен саморез. Вот он. Просто посередине вкручен саморез. Это электрод. Обычный электрод, с которого сбил вот эту верхнюю часть, оставил железку. Поверх одел синенькое, это от питьевой
от питьевого фильтра домашнего. А он как раз вплотную очень туго налазит на нее. Вот, одел, чтобы рыба не травмировалась об железку. Такая крышечка железная. Вот, но так как нам надо зафиксировать вот такой просвет, да, какой-то, чтобы корм лежал, и когда рыба трогает, вот, чтобы все не высыпалось, а какой-то просвет был, я взял крышечку с дыркой уже готовой. Ну, это шайбочка от этого, от теплицы у меня была, и хомут. И просто хомутом можно так вот чуть-чуть крутишь, подтягиваешь, все, уже меньше дырка. Больше, меньше. Ну, совсем маленькая дырка стала. Вот. И прекрасно рыба кушает, вечно сытая. Сейчас осень, сегодня какое-то, наверное, 22 сентября. Я уже убираю, потому что я прихожу каждый вечер, кормлю их, сижу здесь. Кормлю до тех пор, пока вот корм не остается, они уже не едят. Вот. Чтобы они лишнего не скидывали сюда. Эту сейчас уберу на зиму, кормушечку, и все, до теплых времен. Так что такой небольшой, важно, чтобы кормушка крепко держалась, либо она сверху должна быть, да, либо вот в таком положении, допустим, как сейчас, да. Она горизонтально вот здесь по полу, и вниз вот так она свисает. Да, вот так. Либо же она вертикально кверху к чему-то должна крепиться, вот в таком положении. И вот в таком положении. И главное, чтобы вот это держалось крепко. Вот, если она не будет крепко держаться, а болтаться на веревке, ничего у вас не получится, потому что рыба дергает этот шток, и вся кормушка тоже будет дергаться. А чтобы она не дергалась, нужно, чтобы она крепко держалась. Ну, вот и все. Сейчас вот у меня просто колечко оставлю. Колечко привязал этой леской. Все, теперь вот так будет до того момента, пока рыба не перестанет кушать. Вот и все по бункерной кормушке маятниковой. Если остались вопросы, звоните, пишите. Вот, оставлю свои комментарии, подскажу, как сделать. Ну все, всем пока.